Урок номер 10, и мы пройдем с вами следующую букву арабского алфавита, букву Даль. Давайте посмотрим, как она пишется. Это буква Даль. Она располагается на строке и ни в коем случае не опускается ниже. Еще раз. Буква Даль. Она напоминает крючок или незаконченную капельку. Буква Даль. Что мы должны знать про букву Даль? Она мягкая и звонкая. Повторяйте за мной. Даль. 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 Нельзя ее произносить твердо. Дал. Мы ее произносим мягко. Даль. Даль. Даль.